35-ю годовщину со дня создания отрядов мобильных особого назначения отметили в Приморском крае. Во Владивостоке на базе ОМОН «Восток» прошел день открытых дверей. Поздравить сотрудников спецподразделения пришли представители общественности, ветераны, члены семей сотрудников, ученики общеобразовательных школ номер 26 и 52. На праздничном мероприятии организовали выставку техники и вооружения, где желающие могли примерить различные элементы экипировки, средства индивидуальной бронезащиты, рассмотреть боевое оружие, побывать в салоне служебных автомобилей и испробовать солдатскую кашу. На территории отряда мобильного особого назначения «Восток» прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-й годовщине со дня образования ОМОН в России. Сегодня традиционно мы провели день открытых дверей, пригласили ветеранов отряда, организовали проведение показа вооружения военной специальной техники. Отличившихся от сотрудников чествовали и вручали государственные ведомственные награды и иные виды поощрения. Также и в Уссурийске прошло торжественное событие с участием личного состава, представителей городской администрации и духовенства. Командир отряда, полковник полиции Эдуард Дидюра, поздравил бойцов с профессиональным праздником, вручил награды сотрудникам и поблагодарил подчиненных за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Напомним, 3 октября в России отмечается День отрядов мобильных особого назначения – ОМОН. История спецподразделений берет свое начало с 1988 года. Юлия Рогоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.